рамочный барабан с прекрасным, с прекрасной кожей. Глубина 80, имеется место под палец для держания. Съемная ручка снимается, просто оттягивая крючочки со всех сторон, с четырех. А этот рамочник очень хорош для турецких мотивов. У него очень такой турецкий звук. Ну, по крайней мере, вот, похоже на их звучание. Натяжка очень жесткая, хорошая. Если побрызгать водой, то центр станет басовым. Но лучше, конечно, лишний раз не брызгать. Сзади у нас ясень с фанерой. То есть три слоя. Ясень, фанера, ясень. Попробуем. Играть на рамочниках. Играть также можно на ногах. Как бубен, но в основном опять же краешек играет, то есть центр немножко менее выразителен на таких маленьких 35-миллиметровых. Обратная сторона ручки. Рамочник 35 миллиметров, глубина 80, кожа козы, оплетка тоже кожа козы, ручка съемная.